вы как смотрите, как надуло его спасать, не жалея, чуть не задушила соседа. Ну-ка давай конфетку с песёра. Эй, классно, вы смотрите, как он побежал. Ого, там-то у нас Оля. Вот это да, сейчас тебе Оля даст шишей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, получи, получи, вот так вот. Привет, друзья! Итак, как соседа достать соседа 2, соседа Заварт? С нами не соскучишься! В этой серии мы плывем в Мексику, опять на пароходе! Ну! Итак, соседа Заварт! 5 монет минимум, 8 монет максимум! Непотопляемый сосед на картинке, сколько всего произошло к началу третьей части круиза и сколько еще предстоит свершений. Мамочка продолжает жаловаться на шум, а сосед в это время пытается убедиться в том, что на теплоходе безопасно все. Пусть пытается Вуди заставить его потрястись за свою шкуру. Поехали! Как достать соседа 2 адские каникулы соседа за борт в серии? Ну-ка, пошли. Так, что-то у нас в унитазе можно... А, это писсуар. Можно взять писсуары, там какие-то конфетки, таблетки против запаха. Так, какие-то баллоны с сжатым воздухом можно взять. Так, так, баллоны с сжатым воздухом. Так, так, что тут еще можно? Так, какая-то комната, о! Это что, можно вниз спуститься, да? Ну, пошли, сходим, посмотрим, что у нас там. Ну-ка, так, ага, ну, тут его любимая обстановочка, его комод. Так, что мы там взяли? Какую-то монетку. Так, можно взять гвоздик. Гвоздик взяли, и что там еще? Так, колбаса, колбаса, интересно. Ну, колбасу, конечно, нам нужно, наверное, для чего-то там еще использовать. Интересно, интересно. Так. Только очень здоровый человек сможет съесть такую колбасу. Так, ну-ну-ну-ну-ну, пошли, соседа нету, мы выходим на поле действия. Так, так, баллон у нас уже есть. Так, куда его? Сюда. Спасательный жилет. Ну-ка. Так, получилось, ясно. Что еще? Так. О, еще можно взять? Ну, давай еще возьмем. Так. Что-то у нас тут. Так, мамочка наша поспала, пошла куда? Пошла жаловаться на малыша. Так, ну этот баллон что-то сюда, наверное, не идет. Ага. Вот этот пожарный баллон сейчас попробуем взять. Может быть, он пойдет? Так, ух ты, как она сразу спит. Ну, взяли баллон. Так. Так, что тут с собачкой? С собачкой. Что тут можно? Охраняет сумку. Собачка охраняет сумку. Интересно, интересно. Так, ну что пока. Так, давай, может быть, вот эти вот таблетки. Опа! Вы видели, как его надуло, чуть не раздавило нашего соседа. Так, попробуем поменять таблетки на конфетки, вернее, конфетки на таблетки. Ой-ой-ой-ой-ой, мы попали к маман. Ай-яй-яй, наша маман нас бьет. Ой-ой-ой-ой-ой, какие зеленые мы получили, звезды летят. Ладно, ладно, что-нибудь еще успеем сделать. Ну, давай, поменяем таблеточки. На конфеточки, вернее, конфеточки на таблеточки. Так, ай, опять к соседу мы нашему попали. Ой-о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 й. Ну что же это такое, как это мы так ее смотрели. Ой, какая у него вкусная таблетка. Да, надо идти еще набрать таблеток, что-то тут, наверное, не все не так. Так, маман спит.
Маман спит, здесь мы можем спрятаться. Так, гвоздь, монета, таблетки. Так, что там можно взять еще? Ну что же, все мы взяли, не все, не знаю. Тут его орхидея любимая, тут ничего нету, тут мы все брали. Мы попробуем еще, нет, все это уже взяли. Так, 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 так. Сосед, лодка. Так. Так, Оля, малыш. Телефон. Так, ну монетку надо будет в телефон. Чьи-то ноги торчат. Ладно. Так, сосед проверил спасательный жилет. Проверяет акваланг. Ну-ну, давай, 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 давай. Давай, давай. Мы сейчас придем сюда, подумаем, что тут можно сделать. Так, баллон. Нет. Так, да. Пожарный баллон мы туда сделали. Классно. Поменяли ему. Так, что тут еще? Так, маман спит. Надо скорее что-то делать. Сейчас она встанет, сходит к малышу. Так. Только очень здоровый лук в состоянии переварить такую древнюю сосиску. Ясно. Значит, мы ее собачке дадим. Попробуем, по крайней мере, может быть, что-то получится. Так, она у нас быстро вырубается, как будто сразу в наркоз попадает. Ну-ка. О, yes, yes. Что у нас тут получилось? Ничего не взяли. А, вот теперь можно взять, да, теперь собачка нам дает. Ладно, побежали, скорее побежали. Так, конфеты сюда. Так, что тут еще можно сделать? Знаки указывают, куда идти, не могу терпеть. Но, после вытирать, так, так, так. Ай-яй-яй, опять мы попали к нашей мамане. Так, ладно, переснимем, друзья, давайте все по-новому, переснимаем. Теперь все делайте так, как я делаю, и все у вас будет добре. В серии «Соседа за борт». Итак, поехали, быстро. Баллон берем. Берем баллон. Берем таблетки. С запахом лимона. Идем вниз, спускаемся. Забираем у нас. В комоде у нас там копейка есть. Гвоздь забираем гнутый. И, конечно же, сосиску протухшую. Так, пока тут сосед ходит, подождем. Так, выходим. Так, быстренько идем наверх, пока маман спит. Забираем, естественно, баллон. Так, угощаем собачку, забираем. Что забираем? Да-да-да, на пилочку для ногтей. Так, пошли дальше, пока тут что-то, все так. Так, теперь мы, значит, берем и пилим пилкой для ногтей канаты. Пилим, 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 давай, 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 Буди, давай, не скрывайся, все, 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 делай, делай, делай. Yes, все, то есть отлично получилось. Пошли, меняем сразу баллон. Вернее, вставляем туда баллон. На елке не тот. На елке-палке. Что же это? Ай-яй-яй-яй-яй. Да что? Ну-ну. А, вот, да-да-да-да. Вот этот вот баллон. Так, поменяли. Там большой. А, там маленький, а мы ему большой положили. С большим давлением. Так. Теперь мы меняем баллон в акваланге. Так. Отлично, пошли наверх, маман ложится спать. Мы идем и делаем что? Так, сейчас сосед, ух ты! А-ха-ха! Вот так тебе, соседа, за борт. Полетел, поплавай вместе со шлюпкой. Да-да-да-да-да, еще не все. Это еще не все. Так, пошли дальше. Монетку, монетку. Телефон. Так, меняем. Таблетку. Включаем. Баллон даем малышу. Так. Ай-яй-яй-яй, соседа,
опять просто так прогнали, а там малыш в трубку дунул. Так, меняем скорее. Скорее меняем. Вот так вот, отлично, таблички поменяли. Ай-яй-яй, там же маман идет. Что же мы, как это мы ее упустили? Ай, соседа тут чуть не раздавила спасательным жилетом. Но маман не спит, и получаем мы полных зителей. Отлично, ничего, мы еще живы, и мы еще можем творить чудеса. Крючок на удочку, и прячемся за газету в шезлонг. А сосед пошел у нас получать то, что ему положено. Ну-ка, как там конфетки? А? Вот это да! Там-то занято, там-то у нас Оля! Ой-ой-ой, Оля, сейчас тебе надо делать. Не зря мы получали то, что мы получили, а теперь еще от Оли получи. Теперь вот так вот, да-да-да. Ай, делай, переделывай свои дела, что бы ты ни думал. Так, ну что, давай, забрось-ка еще. Классно! Свисток засистел, крыша сорвала, и Оля над нами смеется. Классно! Отлично! Итак, друзья, смотрите в новой серии. Серия называется «Камера», и мы уже в Мексике. Камера. Минимум монет 7, максимум 9, и сосед в раздумьях. Вива Мексика! Пока мамочка восторгается быками и храмами, сосед отводит душу. Ему захотелось движения, и он прыгает и скачет под скалом. Но не стоит забывать, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Итак, поехали! Да-да-да! Ух ты! Ну-ну-ну! Вот это да! Если бы там были мозги, они бы расплющились! Вот так тебе, сосед, получи! Да-да! Опа! Ну-ка, наша сигара! Бу-бух! Классно, весь сосед весь черный! Это еще не все! Бычара, вы видели? Яй-яй-яй, получил сосед. Итак, вы видели, что у нас будет в следующей серии. Друзья, оставайтесь с нами, и все будет хорошо. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно делитесь с друзьями. Только так мы поможем друг другу. Счастливо, друзья! До новых встреч! С нами весело!